Всем привет! Привет-привет! У нас сегодня новый челлендж, который называется «Что у меня во рту?». Итак, я подготовила каких-то 10 продуктов, о которых Маргарита ничего не знает. Да, я тихонечко уже подготовилась, пока их спрятала. Я завязываю Маргоше глаза, и с закрытыми глазами она будет определять, что же я положила ей в ротик. Да? Угу. На всякий случай у нас тут есть стакан воды запивать и салфеточки. Вдруг ей что-то не понравится. Вот, ну все, закрываю глаза. Итак, Маргарита наша уже шарфиком, ей уже ничего не видно, мы проверили. Итак, я начинаю. Значит, сначала у нас будет вот это. Так, открывай ротик. А. Если что, тут водичка и салфетки рядом. Кетчуп. Кетчуп, молодец. Это правильно. Так. Второй продукт у нас будет. Вот этот. Открывай ротик. Сметана. Молодец. Да ты прям этот гений наш. Так. Следующий продукт у нас будет. Сейчас, подожди. Открывай ротик. Ешь. Запивай, запивай. Что это было? Соль. Точно. Зато ты угадала. Ты молодец. Фу, да. Соленая. Так, хорошо. Следующий продукт. Ты готова? А он вкусный? Конечно, вкусный. Точно? Да. Давай, открывай ротик. А. Что это? Не могу понять. Не можешь понять? Масло? Нет, я даже не знаю, это уже все, ты про, ну, как бы, получается, не угадала. Попыток сколько должно быть? Одна, две, три? Вообще одна, наверное. Или три? Три попытки? Угу. Хорошо. Ну, давай еще тебе ложечку дам. Давай, открывай рот. Вкусно? Да. Что это может быть? Сок? Нет. Еще ложку дать? Да. Сейчас. Так, интересно, я думала, ты угадаешь. Забыла. Сдаешься. Уже все. Ну, как бы уже три попытки, уже больше я не могу тебе дать. Это было молоко. Как ты могла не угадать молоко? Ну что, я его давно не пила. Да? Да. Ладно. Давай дальше. Следующий продукт тебе готовлю. Открывай ротик. Вкусный. Угу. Открывай рот. Ну, открывай. Давай. Закрывай. Масло. Точно. Сливочное масло. Все верно. Так. Прожевала? Так, чтобы тебе еще такого дать.
Угу. Прожевала? Да. Хорошо. Так, даю тебе вот этот продукт. Он был? Нет, у меня все продукты разные. Все 10 продуктов абсолютно разные. Повторю. Закваска. Точно, молодец. Молодец. Так, дальше. Следующий продукт. Чай. Молодец, я думала, ты не угадаешь, скажешь, какая-нибудь вода или что-то в этом. Я сначала думала, а потом чай попробую. Точно чай. Молодец. Так, следующий продукт даю тебе. Кроворотик. Закрывай. Несквик. Запивай водой, ты тут все в какао засыпала. Такое облако из какао было. А еще теперь у тебя какавные губы. Салфеточки тут есть, лежат салфеточки. Все? Да, отлично. Готово? Да. Так. Стопа вкусные? Конечно. Открывай ротик. Давай. Это моя любимая еда, да? Что это? Ягода. Ага, то есть ты не знаешь, что, да? Сейчас. Не дави, не раздавливай, тут у тебя брызгает. Как ее? Может, черника? Нет. А, смородина? Нет. Забыла, как она называется. Сдаюсь. Это клюква. Я просто забыла. Забыла. Ну. Так, и последний, да, 10-й у нас сейчас будет ингредиент. Ожидай. Вкусный? Конечно, очень вкусный. Пальчики прямо оближешь. Точно? Не знаю, сейчас ты нам это и расскажешь. Открывай ротик. Это сгущенка. Молодец, развязывай свой этот шарфик. Ее вкус ни с чем не перепутать. Тебе понравилось? Да. Что больше всего тебе понравилось? Два продукта. Какие? Сгущенка. А, даже три. Сгущенка, какао и молоко. Ага. Так, и значит, что-то у нас не угадала. Молоко ты у нас не угадала, и все? А, и клюкву. Да. Да? Да. Все остальное угадала. Получается, да. Ты угадала у нас 8 из 10 продуктов. Вот. Ну, прикольно. Ты молодец. Молодец, я тебя поздравляю, ты заслужила мороженку. Сейчас будешь кушать мороженку. А еще нам нужно сказать что-то хорошее нашим подписчикам и попрощаться. Что ты им пожелаешь? Всего хорошего. Да, а они нам что? Все лайки и подписки. Правильно, да. Ставьте нам лайки, пишите нам в комментариях. Что пробовали вы с закрытыми глазами? Угадали ли вы эти продукты? Да? Всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.